Опять зима внезапно наступила. Да. Коммунальщики не успели подготовиться к отопительному сезону. Это реально так. Сегодня у нас клиент по бизнесу. И кто? И кто обслуживает бизнес? Ну, кому был назначен этот клиент? Она говорит: ребят, я из двора выехать не могу. Вот дворы завалены. Но это же снег. Из-за ветра он туда-сюда перекатывается. Вот, ты почистишь через час. Ну ладно, что-то россияне знают об этом. Это у нас тут, знаешь, это американские горки, все такие: о-о-о! Уже 3 дня школу пропустили. Ну ладно, сейчас выходные. Так, всем привет! Сегодня с вами Татьяна на канале «Американская жизнь русской жены» со своим мужем. Мы пытаемся выбраться из дебри. Из снежных дебри. Сегодня выходные, суббота. И я решила записать короткое видео об одной особенности, о которой я уже много раз говорила, но еще раз об этом скажу. Потому что это весело, и я уже сама такая стала. Так, мы направляемся. Так. У нас на улице сколько, Феликс? Какую температуру? У нас, по-моему, на улице минус 20, ладно, ничего не говорить. Вау. Вот что он делает. Вау! Ты сделал 4 колеса? Мы только что поехали в сторону. Yesterday this был big accident. I'm back home. Because Jack is. Not Jack. Вот здесь у меня в этом месте именно this play, you remember, у меня был first accident. Дорога скользкая, даже нашу машину только что повело. Мы сейчас 4 колеса включили, все, как танк. Мы теперь танк, Феликс. Феликс, как типичный американец за 50. Ты видел? Ты видел? О май гад. Заносит? Ладно, да я все равно в сторону ушла, ладно. В сторону ушла. У американцев есть этот... Они сами над собой шутят. В американских новостях, вообще в народе. Я вам говорила, что у них есть это одна большая особенность. Они паникеры. Вот. Это основная особенность. Вот. И американцы, что бы там ни было, плохая погода, праздники. Ну, это основная плохая погода. Плохая погода, если по телевизору что-то сказали, что у них сразу паника так. Они сразу все начинают бежать в магазин. Они все начинают бежать в магазин и начинают закупаться. Помните, когда у нас пандемия была-то? Мы первые побежали там на год вперед, воду до сих пор пьем. Вот. И есть такой прикол, особенно в прогнозе погоды. Вот я вам фотографии сейчас покажу. Даже в погоде пишут: о, на этой неделе предвидится температура 2 хлеба и 2 молока. Это уже значит все ясно, то, что панические атаки, народ будет закупаться, потому что в этот день будет что-то происходить, но чаще всего погодные условия. Вот на данном случае у нас слишком сильный минус, особенно народ, не привыкший к такой температуре, в общем-то. Вот. И это большая паника. Но мы с Феликсом молодцы, мы закупились. У нас, помните, это предыдущее видео? У нас все культурно. Вот. Но сейчас вот выехали, хотим покушать именно вне дома. Мы смотрим, да, мы смотрим, город, конечно, парализован. Сейчас приходит сообщение, у нас один работник не смог выехать из собственного двора, второй работник не смог выехать. 2 человека появились в офисе, вот. 2 не смогли появиться, 3 даже. По элементарной причине, что город не прочищен, хотя, в принципе, основные улицы-то в порядке. Ну сегодня еще выходной, я думаю, что так сильно этот. Но мы с Феликсом сейчас вот буквально даже, мы даже 1 минуту на улице не были. Все. Из-за ветра это, ну все знают.
минус 5, плюс ветер, и это минус 15. Так что нас немножечко, немножечко мы вкусили натуральной зимы. Я Феликсу говорю, я вот сейчас еду и думаю, я вот, я как раньше на севере жила. Мы в школу минус 42 не ходили, только тогда школу отменяли. Я помню, выйду, один метр, ничего не видно. Только по ощущениям идет, что там остановка, там машины. То есть такой сильный туман. Сегодня Феликс показывал фотографии, говорю, о, мы в валенках ходили. Он говорит, как у вас ноги не мокли? Я говорю, а чему там мокнуть-то? Там же вечная мерзота, лед, нет воды. Он так смотрит. Я говорю, да, вот я сейчас смотрю, то, что у тебя здесь максимум за всю зиму, если 2 недели плохая погода будет, как бы рекорд. А я говорю, а мы там месяцами жили, вот в такой вечной мерзлоте. Я думаю, как я так жила, блин! Вот дополнительное подтверждение. Сегодня выходной. Феликс говорит, у нас, говорит, сломались окна. Это двойное стекло. И смотри, говорит, как конденсат собрался. Я говорю, нет, окна в порядке. Это просто настолько сильные морозы, что окна подобного рода, качество этих окон не справляется, поэтому конденсат собирается. Нет, говорит, там, наверное, есть воздух. Я подошла и говорю, нет, это здесь конденсат. Это просто на улице слишком холодно, между стеклами все в порядке. Он такой, нет, нет, я говорю, да-да, смотрите. Видели? У меня муж готовит. Сегодня он на кухне. Вот смотрите. За все время, которое я здесь, в Америке, я никогда ничего подобного не видела. Чтобы у нас вот так вот был лед. Феликс сказал в новостях. В новостях сказали, что таких морозов не было последние 200 лет. Не наблюдалось вот такого интенсивного наступающего холода. То есть 2 недели резко, день за днем, и буран, и снегопад, и мокрый снег, и потом сильное понижение температуры. Это, говорит, аномально. Все. У нас опять паника так. Он застрял. Бедолага.